снимали клип под легендарную группу Beatles. Песня называется «Я хочу держать тебя за руку». Это было весело, интересно, это новый опыт. На самом деле это было очень забавно. Парик я вообще, в принципе, никогда не носил, но больше всего мне понравился Никита в парике. Это было превосходно. Но я был Полом Маккартни. Конечно, я был самый красивый, самый яркий. Я задумаюсь, может быть, стоит отрастить волосы и косить под Харрисона. Не сказать, что прям кардинально изменились, это довольно-таки смотрелось гармонично. Просто, конечно же, мы друг друга привыкли увидеть немножко в другом обличии. Не знаю, все почему-то сказали, что мне очень шло, поэтому я задумаюсь. К Beatles отношусь с уважением, но не скажу, что являюсь каким-то фанатом. Понятно, что легендарная группа, и вот сегодня мы пытались сделать пародию. Надеюсь, у нас получилось. Сам процесс был очень веселый.